Смотрите, какой шикарный ресепшн. Как сделаны рамки. На потолке лепнина. Обалденно вообще. Картины, посмотрите, какие. Заселяемся, как будто это прям Версаль. Но самое шикарное здесь, это вот хрустальные люстры. Но мне здесь, что у них очень нравится, вот здесь вот есть, видно, есть как восьмиугольники, вот эти висючки, а есть круглые. Вот круглые вообще, они прям просто шикарные. Лепнина везде кругом. Представляете, вот это вот все очередь на заселение в этот отель. Нам в эту очередь, потому что мы здесь VIP-клиенты, поэтому нам в отдельную очередь. А так очередь, смотрите, какая большая, длинная. Смотрите, прикол, в лифте плитка положена. Приехали мы на свой 25 этаж, и у нас 25-61. Нам вот сюда вот надо. Такие длинные коридоры. Это номер для некурящих у нас. Так, ну вот, мы заходим в номер. Здесь ванна. Здесь такой огроменный душ. Смотрите. Обалдеть, во всю стену. Красное зеркало такое. И вот номер. Картина тут висит. Парис. Париж. Вот такие здесь. В Париж, Париж номера. Отдельный столик здесь есть. Так, штора. Так, шторы здесь открываются никак в отеле Venetian. Просто открываются. И вот мы на 25 этаже. У нас частично на стрип вид. Колесо обозрения вон у нас даже видно. Ну, вот такой уютненький номер. Мы в этом отеле абсолютно бесплатно, поэтому красота. Здесь у нас получается плазма, телевизор большой во всю стенку, утюг, гладильная доска. Ну, это шкафчики для вещей. Сейф и внизу холодильник. И здесь еще один шкафчик. То есть я, да? И ты уже развалился. Пошли ужинать. Мы сегодня на диете. Нет, мы сегодня идем ужинать. Мы на диете. Кто ты? Это тот, который на диете. Да, сейчас мясо идем кушать. Я уже тут как истинная американка.
Вы не поверите, с таблетками хожу. От головы, от давления. Потому что когда у нас дожди, и от аллергии. Потому что когда у нас дожди, вы не поверите, почему-то здесь не то, что голова болит, а здесь давление поднимается. Мой любимый крем Charlotte Tilbury всегда со мной. Это наши лифты. Вот так выглядят. У нас этаж No Smoking. Машин под накидали на крышу. Машин? В смысле под накидали? А, паркинг. Это все Лас-Вегас. Кафешки, ресторанчики, бары в отеле. А это как будто ноги Эйфелева башни в обратную сторону перевернуты. И небо второй, второй потолок сделан как небо второе. Она в ту сторону, мы на Нангабе туда. Это в Париж-Париж, в этом отеле. А, такой магазинчик, как бы сувенирный. А вот эти фужеры. Помните, я вам показывала Дом на миллион у Дианы? И вот у нее такие фужерчики были. Помните, я вам сказала, что они не в Париже, но они в Париже отели продаются. $19 они стоят. Так, $20. Сейчас утро, и бар пока закрыт этот. Очень красивый такой коктейльный барчик. Прям вот в стиле Франции, прям как вот Париж. Кто был в Париже, они вот узнают сейчас вот эти вот декорации и обстановку. Такая вот прям будуарная, как сказать, обстановка, вот интерьер такой вот. Очень уютный, уютный, обволакивающий. Смотрите, в этом отеле, вот Paris, какая архитектура. Вот даже обычный вот туалет, а посмотрите, какая вот архитектура, лепнина, вот все сделано, декорации какие. А это просто туалет обычный. Ребята, я вам сейчас хочу показать, как выглядит туалет, плитка, дизайн плитки именно, в отеле Париж-Париж. Так необычно, красивые раковины такие. Прям такой уютный-уютный такой, не знаю, французский или версалевский стиль. Смотрите. Стены сделаны здесь венецианской штукатуркой, как под старину такую. А вот раковины сделаны вот так вот. Это не наклейка, ничего. Это как будто вот рисунок сделанный. Видите кран? Мы пришли в бассейн. Это бассейн. Смотрите, около бассейна
Какой багет? Вот везде такие багеты, вот у них шикарные. Ну, это искусственная травка как бы сделана. И то, что это пул-бассейн. Это обычная деревяшка, покрашена золотой краской спреем. Но багеты шикарные. Прям такие картинные. Всем доброе утро. Я пришла в красивое место. У всех Париж... Ой, солнце такое, не могу. У всех Париж ассоциируется с Эйфелевой башней, с Монмартром, с Нотр-Дам-де-Пари, с Молен-Руж и так далее. Но для этого нужно ехать в Париж, да, чтобы увидеть всю эту красоту. А у нас это называется Валя. Мы в отеле Париж-Париж, и это бассейн. Посмотрите, какая красота тут. Это бассейн Эйфелева башня. И вот сам отель, который относится именно Париж-Париж. У него как бы вот таких вот три крыла, они как бы вот такими штучками стоят. Мы на третьем этаже отеля. А вот это вот стеклянное, это Эйфель Тауэр ресторан. Тут такой лаунж-ресторан. Мы там были уже, отмечали день рождения один раз. Ну, я наелась лично, а так как бы там такие порции очень маленькие дают, и как бы не особо. И вот там вот выше, там уже обзорная площадка, сверху посмотреть на весь Лас-Вегас. И вот туда, если смотреть, вот с той стороны, здесь фонтан Белладжио, вот Белладжио отель. Это отель Caesar Palace, Цезарь. И вот наш любимый тоже Космополитен. Можно взять вот просто лежаки, это бесплатно, и вот такие габаны стоят $100 за день. У нас такие габаны бесплатно в отеле Космополитен. Везде сидят спасатели с каждой стороны. Вот смотрите, вот, вот, вот и вот. 4 спасателя. Здесь за этим очень следят, за безопасностью. Почему? Потому что спиртной рекой многие пьют, и поэтому очень-очень здесь наблюдают и смотрят. И обратите внимание, не так много с детьми. Красота, да? Виталик, хорошо сидим. Это мы сейчас пришли. Там пакет Victoria's Secret покупки. Сегодня устали. Ребят, смотрите, время 9 утра. Уже все сидят на своих рабочих местах. А мы только вышли. Сейчас собираемся уезжать. А здесь, вон, уже все по рабочим местам. Здесь. Нормально у меня муж... Сходил по... Кофе попить и покурить. Шоу утром кофе попить.
давай еще пару. Хай-лимит. Покурил? Вот так вот они приносят деньги. То есть они... Вот они приносят вот такую вот бумагу. Сейчас я вам покажу. Это заполнение налогов они приносят. Заполнить налоги. И приносят сразу вот кэш. Можно попросить кэш, а можно попросить, они принесут чек-ваучер. Какое утро приятное. Yeah, it's okay. Вот сейчас они снимут тот выигрыш. Всем доброе утро. Могу сказать, что из Парижа. Мы в отеле Париж. Сейчас уже утро, попили кофе. Выиграли денег. Чуть-чуть. Мы выиграли. И сейчас поедем по делам. Помогает с утра мусор убирать после бурной ночи. Это ресторан «Наполеон». Посмотрите, как он только сделан. Шикарно. Я вчера как фотографировалась, вот эту вывеску сюда оттащила, так она до сих пор и стоит здесь. Он сейчас закрыт, он работает по вечерам. Здесь очень-очень вкусненько. Такой барчик, такой прикольненько. Коктейли разные вкусные. Такой лаунж, такой коктейльный бар. Мы сейчас заехали в банк, но только не в такой стационарный банк, а в мобильный банк. Сейчас вам покажу, вот смотрите. Вот. Это то же самое. Сейчас вам переключу, покажу сначала.
здесь даже на русском языке есть. Это мобильный банк. Это как вот у нас даже вот в России стоят около банков банкоматы, но мы должны подойти, как бы зайти в здание и положить деньги. А здесь не нужно никуда заходить. Здесь сразу вот подъезжаешь прямо на машине, и вот стоят вот эти вот банкоматы. Они работают круглосуточно в любое время суток. И можно положить любую сумму и снять любую сумму со счета или на счет. Очень удобно, что не надо никуда ходить, а прям вот на машине подъехать и сделать то, что нужно по банку.